Этими гаджетами я лично пользуюсь, и сегодня я про них вам расскажу. Всем привет! В честь Черной Пятницы на Алиэкспресс я решил собрать некоторые товары, которыми я лично пользуюсь и могу с уверенностью их рекомендовать. Они в моем распоряжении уже больше года и принесли мне уже много пользы, думаю, и вам пригодятся. До конца скидок осталось всего пару дней, так что успейте купить то, что давно хотели. Приятного просмотра! Xiaomi выпускает кучу различных товаров, даже зонты. И у меня есть такой в наличии. Пользуюсь я им уже больше года и могу с уверенностью вам сказать, что это качественный, прочный и удобный девайс. Это автоматический зонт. Разложить и сложить его можно одним нажатием кнопки. Сделан он из водонепроницаемой ткани высокой плотности Forever, которая отличается износостойкостью и всегда надежно защитит от дождевой воды. Водоотталкивающий индекс используемой ткани 5. Это говорит о том, что после дождя зонтик достаточно отряхнуть от воды, и он будет почти сухим. Или просто повесить его на ручку двери или ванной, и вода быстро стечет. А не как в обычных зонтах. После дождя они еще сохнут по полчаса, и это еще в лучшем случае. Стекловолокно и алюминий делают конструкцию более надежной и устойчивой к коррозии и трениям. И да, этот зонт реально выдержит проливной дождь и сильные порывы ветра. Внутри видно, что все годно сделано. При сложении зонта слышно, как работает трещотка. Если у вас нет зонта, то этот вариант вы оцените. А вот еще один хитрый товар, который поможет остаться вашей обуви сухой при любой погоде. Это дождевики для обуви. Я поначалу немного скептически ставился к этому товару, заказал ради интереса, но протестировав его, пришел к выводу, что многим людям пригодятся эти дождевики. В них вы без проблем можете ходить по лужам и даже переходить по дамбе водоема, как я на видео. Чехлы подходят для многоразового использования. Все, что вам нужно, это тщательно промыть и просушить изделие, а затем положить его обратно в сумочку. Они компактны, не занимают много места. Еще хочу отметить хорошую подошву. При тестировании зонтика я лез по мокрым камням к водопаду и ни разу не подскользнулся и не намочил обувь, благодаря застежкам сверху. Штука очень годная, и в дождливую и мокрую погоду это самое то. Это у нас сумка для покупок, которую можно скрутить в небольшой корпус таблетку. Это уже вторая сумка, которую я заказывал, и как вы понимаете, если бы она была плохая, я бы ее второй раз не заказал. Первый экземпляр был подарен. Сумка небольших размеров пригодится при покупках в магазинах или супермаркетах, походах на природу или там, где вам нужен обычный пакет. Только в отличие от простого пакета, она надежнее, долговечнее, удобнее и выглядит прикольно. Вместительность у нее не как у ашановской сумки, но и занимает место она гораздо меньше. Сделана она из полиэстера, имеет несколько расцветок и весит всего 78 грамм. Сколько вмещает она продуктов, вы сейчас видите. А это у нас маленькая портативная горелка. Очень компактная и полезная штука. Пригодится всем, кому необходима одновременно компактная, надежная и мощная горелка минимального веса. В туризме, альпинизме, вело- и мотопоходах, автостоп и автопутешествия, отдых на природе на выходные, тактическое использование или аварийные решения для домашнего использования. Нужна для приготовления пищи в посуде небольшого объема. Оптимальная от 1 до 3 человек. Она очень проста в конструкции и очень легко зажигается даже при сильном ветре. Все из встроенного пьезоподжига. Накручивается на резьбовые баллоны с газом, но я у себя таких в городе не нашел и пришлось докупать еще переходник на обычные штоковые баллоны, так что имейте в виду, переходник есть на Алиэкспресс. Простой дизайн, возможность складывать до миниатюрных размеров и достаточная мощность 3000 Вт. Все это делает эту горелку незаменимым спутником в походе. В сложенном состоянии помещается в небольшой пластиковый футляр, что позволяет носить ее даже в кармане куртки или штанов. Мощный термостатический фен для сушки волос. Отличается он стильным, усовершенствованным дизайном, мягкими плавными контурами и удлиненной формой. Фен мощностью в 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчит создание укладки. Довольно мощный прибор оборудован двумя отдельными переключателями для регулировки температуры и скорости. Укомплектован насадками, двумя концентраторами и диффузором, имеющим длинные пальцы для придания волосам большого объема. Возможность индивидуальной регуляции температурного режима, подходящего именно под ваш тип волос, несомненно порадует каждого, а режим холодной подачи воздуха надежно закрепит вашу прическу. По сборке и качеству претензий нет. Фен хорошо выполняет поставленные на него задачи уже больше года, и мои родители им довольны.
Палатка для небольшой компании либо семьи. Она станет отличным убежищем на ночь во время трекинга, велотуризма, выезда на природу небольшой компанией и рассчитана на 3 сезона, а именно весна, лето и осень. В просторном переднем тамбуре с небольшими окнами есть много места для багажа. Два входа дают возможность прямого доступа в спальню и обеспечивают идеальную вентиляцию. Водонепроницаемость палатки 3000 мм водяного столба, как пишет производитель. Палатки с такими показателями могут противостоять практически любому дождю. Спереди палатки тамбур для вещей, потом комната, в которой с легкостью можно расположить 3 человека, так как длина комнаты 2,10 метра, ширина 1,30 м. Внешняя часть палатки сделана из полиэстера 210Т водонепроницаемостью в 3000 мм. Я прошлым и этим летом ездил на природу с этой палаткой и всем доволен. Дождь и мокрую погоду она выдержала. Но я все же рекомендую, если вы знаете, что будет хороший ливень, накрыть палатку полиэтиленовым покрытием. Я, по крайней мере, так пару раз делал. Компактный циклонный пылесос. Это стильный, маневренный, легкий и высокоэффективный вертикальный пылесос мощностью в 600 Вт, который поможет перенести вашу уборку на новый уровень. Сняв ручку и сменив насадку, вы легко доберетесь до самых труднодоступных мест. При этом вы сможете одинаково качественно, эффективно и бережно убрать любые поверхности в помещении. Не секрет, что в процессе уборки с помощью пылесосов, оснащенным мешками для сбора пыли, мощность всасывания постепенно снижается. Накапливаясь в мешке, пыль мешает свободной циркуляции воздуха. При использовании пылесосов циклонного типа этой проблемы не возникнет. Грязь находится в отдельном контейнере и не мешает воздушному потоку. По этой же причине двигатель циклонного пылесоса работает в постоянном стабильном и щадящем режиме, что положительно сказывается на его срок службы. Уход за циклонным пылесосом не представляет особой сложности. После уборки контейнер и сам фильтр можно легко вынуть, почистить и даже промыть. Я уже убираю в доме этим пылесосом уже около 1,5 лет, и если у вас маленькая квартирка, как у меня, то этот гаджет то, что нужно. Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4. Раздает мне интернет больше года. Я живу на 9-м этаже и ловлю сигнал Wi-Fi даже на улице. Сигнал слабый, но есть, и это круто. За скорость работы роутера отвечает мощный двухъядерный процессор со 128 мегабайтами встроенной памяти и рабочей частотой 880 МГц. Благодаря наличию двухдиапазонного гигабитного Wi-Fi и ускорителю загрузки, интернет в несколько раз выше, чем в обычных маршрутизаторах, и это позволит охватить большую площадь покрытия до 100 метров и обеспечит стабильную работу всех устройств умного дома. Mi Wi-Fi Router 4 получил частоту в 2,4 ГГц с приростом усиления в 5 dBi, а также есть вторая частота в 5 ГГц с приростом усиления в 6 dBi. С помощью фирменного приложения вы можете менять скорость связи, контролировать защиту сети, осуществлять интеллектуальный контроль соединения и многое другое. Вас удивит, насколько широкий спектр возможностей и нового функционала доступно в приложении. Для защиты личных данных от взлома, вирусных атак, кражи информации, влияния различных вредоносных сайтов в роутере коды доступа заменили на протокол MIUI Fast Wi-Fi. Роутер классный. Если вас устраивает его цена, то можно брать. Также я оставил ссылку на роутер подешевле и слабее. Антибактериальная сушилка для обуви. Просто незаменимая вещь для осени и зимы. Пользуюсь уже 2-й сезон ею и очень доволен. Она поможет сохранить обувь в сухости в течение всего года. Электросушка обезвоживает и высушивает обувь благодаря теплой конвекции и подходит практически под любой размер ботинок. А также ее можно использовать для обогрева обуви в холодную пору года. Больше вам не придется одевать мокрые ботинки в холодную пору и тем самым ставить под угрозу свое здоровье. Достаточно прийти домой и воспользоваться удобной электросушилкой. Вы даже можете выйти по своим делам, а устройство прекратит свою работу самостоятельно за счет заранее установленного таймера. Также в ней есть озонатор, и он убивает неприятные запахи в вашей обуви. И это реально работает. Сушилка и сушит, и стерилизирует обувь. Можно отключить озонатор, и она будет просто дуть теплым воздухом. Вещь просто зачет. Очень рекомендую такой гаджет к приобретению. Крутая отвертка от Xiaomi. Изящный и стильный дизайн в форме ручки, алюминиевый корпус, множество насадок, ручной и автоматический режим управления. Все это объединяет в себе этот гаджет. Вращение головки возможно в обе стороны, поэтому вы можете закручивать и откручивать мелкие винтики со скоростью 100 оборотов в минуту. Усилий отвертки достаточно, чтобы надежно затянуть, но не сорвать резьбу винтов в мелкой технике.
Однако наличие функции автоблокировки храповика делает возможным использование отвертки и в ручном режиме. В корпус встроенная светодиодная подсветка, которая включается автоматически в начале работы. Три LED-диода обеспечивают прекрасную бестеневую подсветку рабочей зоны. Аккумуляторная отвертка – это новый полезный девайс, который немало кто оценит по достоинству. Она станет вашим лучшим помощником в ремонте телефонов, радиомоделей, часов, ноутбука или компьютера. Не могу сказать, что данным гаджетом я пользуюсь каждый день, но бывают моменты, когда она очень пригождается из-за своих насадок. Если занимаетесь ремонтом электроники, то эта штука для вас просто необходима. Вот такими штуками я пользуюсь уже долгий период. Напишите, что вам понравилось больше всего и какой товар вы бы хотели себе в хозяйство. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на канал. Мне приятно видеть вашу отдачу. Все ссылки на товары и на скидочные промокоды я оставил в описании под видео. Хорошего вам дня и пока-пока!